Начали! Камера! Мотор! Байкеры, кадр 1, дубль 1. Снимали байкеров, большой проезд, клево покатались, погода была отличная. Приехало очень много людей из других городов, приехали из Воронежа, из Оренбурга, из Москвы, Новокузнецка. Ну, мы, в общем, всем благодарны. На самом деле это же ведь знаменитое и знаменательное место. Здесь стоит памятник грузовому автомобилю, да, есть текст песни, которую знают не только на Алтае, есть по Чуйскому тракту дорога, но знают по всей стране и любят эту песню. Памятник знаменательный именно тем, что во время Великой Отечественной войны из Монголии шли огромные караваны автомобилей, и лошади шли по старому Чуйскому тракту. Они доставляли грузы помощь нашей армии и нашему тылу. Это неоценимая, конечно, для нас помощь Монголии, которая так много сделала для того, чтобы наша страна победила в войне. И этот памятник прежде всего связан именно с этими тяжелыми событиями и с этими отважными людьми, которые, отказывая себе во всем, в холоде, в голоде, в самых страшных погодных условиях везли помощь фронту и тылу. Это были в большинстве своем женщины. Шоферами во время войны работали женщины, потому что все мужчины были на фронте. Именно поэтому мы решили сделать эту съемку именно-то на этом месте. То есть для того, чтобы ребята со всей страны, о которых сказал Рома, не просто прокатились на мотоцикле, мы это знаем, мы это любим и мы это делаем. И тот, кто не знал то, что такое место есть, он его просто узнал. Он на нем побывал. А в дальнейшем он расскажет об этом своим детям, своим любимым. Это здорово. Что же ты больше не мог, а не пытались. Пусть тебе царит за летом, и я тебе улыбнусь, а под глазами где-то чуть притаилась грусть. Где-то под сенью весен кто-нибудь загрустит. Тихо проходит осень,